В Турксибском районе Алматы прошла встреча многодетных матерей с представителями местной администрации. Высказать свои просьбы и пожелания. Ежеквартально приходят десятки активных женщин. В основном жительницы интересуются вопросы постановки в очередь на жилье, в детсады, оформление инвалидности, трудоустройство и социальная помощь. Ответственные специалисты пообещали взять все волнующие вопросы на контроль. Очередница не может получить жилье. Были совместно с Отпасбанком проконсультированы полностью, где она получила ответы на свои вопросы и в ближайшее время будет участвовать в программах. Все вопросы были услышаны от многодетных, также от социального слоев населения. Каждый месяц мы, многодетные мамы, приходим на такие встречи. Задаем вопросы, получаем ответы. Самый насущный вопрос – это получение жилья. Надеемся, что вопрос разрешится. Во всяком случае, обещали посодействовать.